Ну, и вот, представляете, оп, оп, кроты приходили, говорят, научи. Ага, с тех пор меня и прозвали Копатыч. С каждым годом эта история кажется все смешней и смешней. Браво, браво! Ну, раз мы уже все съели и послушали, я, пожалуй... Еще не все. Нас ждет главная история вечера. Еще одна? Просим! 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 Ну, раз просите...